Если бы мы проводили съемки 300 миллионов лет тому назад, то она была бы подводной. Но Уральского моря уже нет, а образовались горы. Здесь же образовались горы Шиханы. Юрактау, Торатау, Куштау и ныне отсутствующий Шахтау. Насколько эти горы ценны для человечества, узнаем у заведующего кафедры геологии Башкирского государственного университета Исхака Фархудинова. Моя вершина направляется к нему. Я работаю на кафедре геологии полезных ископаемых Башкирского государственного университета. И для меня моя вершина – это получение знаний и передача их другим. Мотивация наших студентов к достижению новых вершин, к получению передовых знаний в науке, а также к выведению университетского образования нашей республики на мировой уровень. Салям, Исхак. Салям, Роберт. Как настроение? Настроение отличное. Что нас может ожидать сегодня, помимо такого прекрасного похода на вершины горы? Ну, нас с тобой сегодня ожидает, во-первых, геология этих объектов. Мы разберем, как они образовались. Затем узнаем, почему они действительно уникальны и нет таких аналогов нигде в мире. Также поколотим геологическим молотком и посмотрим, какие древние животные здесь обитали около 300 миллионов лет назад. И насладимся этими прекрасными видами. А как ты думаешь, хватит ли твоей физической подготовки достичь всех трех вершин этих гор? Ну, так как геология и горы – это часть моей работы, то, думаю, да, хватит. Ну, отлично, тогда пойдем на вершины. Давай. Исхак, чем может быть интересна геология для обывателя? Роберт, но все, что мы вокруг нас видим, по сути, это в том числе и геология, и что мы используем также. То есть геология помогает нам находить полезные ископаемые металлов, того же железа, а без железа у нас бы не было автомобилей. Без различных элементов у нас не было бы аккумуляторов, сотовых телефонов, и самих сотовых тоже бы не было. А вот стандартный инструмент для добычи полезных ископаемых, я вот смотрю, у тебя уже в руках. Ну да, это стандартный инструмент для поиска полезных ископаемых. По сути, вся наша отечественная геология, она была сделана вот с помощью таких геологических молотков. И у них есть три очень важные особенности. Во-первых, это сам металл, он отличается от металла в обычных молотках. То есть это не железо? Это тоже железо, но оно специально закаляется, оно очень вязкое. То есть когда мы колотим породу, если мы будем это делать обычным молотком, то куски металла будут отлетать, и осколки могут попасть нам в глаза. Здесь он просто оплавляется. Если очень много геологи работают, есть такие молотки, которые стираются почти вот до сюда, до основания. Второе, он продевается не сверху, как обычные молотки, а снизу, вот отсюда продевается. Здесь он как клин, и поэтому он отсюда не вылетает. Потому что, когда мы колотим породу, очень большое здесь давление, и это отличается от заколачивания просто гвоздей. Ну и третье, это сама длина рукоятки. Он очень удобен не только для того, чтобы колотить породу, если она очень твердая и прочная, вот так. Ну и помимо того, что мы с тобой можем вот так вот гулять, как использовать ее как английскую трость. Ну а мы сегодня этим молотком сможем поработать? И что мы можем сегодня вот на этой местности расколоть? Да, мы немного им поработаем и посмотрим, какие ископаемые остатки здесь когда-то и сейчас есть, и когда-то какие организмы здесь обитали. Как, Исхак, самочувствие? Самочувствие отличное. Единственное, только солнце вообще неплохо припекает. Да, удивительно, что такая погода. Хотя последние дни было пасмурно. Вот, кстати, смотри. Вот такие вот здесь повсюду организмы. Им 280 миллионов лет. И они здесь жили на древнем коралловом рифе. Вот они. И точно такие же, по сути, организмы сейчас живут на барьерном рифе к востоку от Австралии. Вот. И название этих отложений пермские, то есть они относятся к пермскому периоду. То есть пермские – это в честь города Пермь? Да, все правильно. В геологии мы называем в честь городов, населенных пунктов и каких-то местностей, которые находятся рядом с местом открытия этого периода. А кто же его открыл? Открыл очень интересно. Его открыл на самом деле не российский ученый, а английский по имени Родерик Мурчисон. Российская империя его как большого ученого пригласила в 1840 году посетить наши территории и изучить геологию у нас. Вот он приехал сюда, посетил в том числе и Башкирию, и
После этого, так как он изучил здесь территорию, он понял, что здесь есть отложения, которых нет в Европе, нет в Англии. И назвал эти отложения пермскими. Вот так и появилось это название «Пермский период», который теперь известен на весь мир. В принципе, этот период мог бы и называться и уфимским, или башкирским. В принципе, да. И такие названия тоже есть, но уже более мелких подразделений ярусов. А пермский, потому что там этот период лучше всего представлен, и именно там Мурчисон и пришел к выводу, что вот нужно этот период назвать и выделить в новое подразделение. Интересно, что именно шихены образовались на равнинной местности и, ну, грубо говоря, такие выпуклые образования на ровном месте, причем они не объединены между собой. У геологов есть очень хороший афоризм: горы рождаются в морях. То есть, по сути, большинство абсолютно гор оно сложено морскими отложениями. И еще в древности ученых этот вопрос еще не интересовал, потому что они ходили на вершины хребтов и смотрят, там можно найти ракушки, которые вроде были в море. И выдвинули первую гипотезу, что когда-то вся земля была просто покрыта одним большим морем, потом вода ушла, часть гор осталась, которые были менее растворимы, а часть просто уничтожилась. Их назвали нептунистами. И только в 20 веке геологи поняли, что горы на самом деле образуются за счет горизонтальных движений плит в земной коре. Вот. И данные шиханы 300 миллионов лет назад здесь было Уральское море, всюду вокруг откладывается известняк, откладываются гипсы. И здесь у нас окончание шельфа. К востоку от Австралии у нас есть барьерный риф. Вот точно такая же окраина шельфа. На ней селятся рифовые массивы. И на самом деле здесь это целая цепочка рифовых массивов вдоль вот этого предуральского прогиба, в геологии называется он. И они тянутся, но именно на данном блоке около Стильтамака эти рифовые массивы выведены на поверхность. Знаешь, вот в Австралии есть знаменитая гора Улуру, там же есть геопарк. Это тоже шихан, по сути, но он не такой ценный, на самом деле, как наши, потому что он сложен просто песчаником. История образования примерно похожая. То есть был песчаник, более прочная порода, и он был окружен более податливыми породами, которые просто разрушились. И остался такой останец, где как бы святыня для аборигенов. И там организовали геопарк, аборигены тоже получают часть прибыли с билетов, которые около 70 долларов стоят. Там общий доход у них около 600 миллионов в год ежегодно, и это может продолжаться бесконечно. Плюс Улуру – это бренд Австралии, это символ Австралии. Вот наши шиханы башкирские, они точно такой же могут быть, на самом деле, являются символом нашей республики, который можно показывать всему миру и получать прибыль от туризма гораздо большую и гораздо дольше. Наш поход еще не закончен. Нас еще ждет гора Куштау. Исхак, когда мы были на Юрактау, ты столько много полезной и интересной информации рассказал. Если бы ее рассказывали каждому туристу и какие-то стояли таблички информационные, я думаю, было бы гораздо больше туристов в этой местности. А вот сейчас, идя даже на вершину Куштау, здесь есть и дорога, и, в принципе, как бы горы похожие на самом деле, образовались в одно и то же время, как по твоим словам, да? Но визуально они отличаются. Там леса не было, здесь лес густой. Чем это вызвано? Ну, ты правильно говоришь, что они в одно время образовались, но по составу пород они немного отличаются. Вот, например, гора Куштау, здесь слои известняка, они чередуются со слоями доломита. То есть, если известняк – это кальций СО3, то доломит – это кальций, магний, СО3 дважды. Здесь в составе есть магний. Поэтому, так как по геохимии состав пород разный, поэтому и состав почв разный, и поэтому и растительность отличается. Поэтому и краснокнижные растения, которые есть на Юрактау, здесь они тоже набор немного другой. Туристов было бы гораздо больше, если бы у нас вот эта концепция геопарков, которая, к счастью, сейчас начала развиваться, она имела применение во всей республике, в том числе то, что наше правительство организовало геопарк Таратау, и очень хотелось бы, чтобы Куштау они тоже туда включили.
эти вот слои, они отлагались каждый по много-много лет, по миллионы лет. И это водоросли сине-зеленые. И у них остатки их жизнедеятельности, они такие вот округлые штучки, они называются строматолиты. Они появились около 2-3 миллиардов лет назад и полностью поменяли атмосферу нашей планеты. В интересном месте, как находимся, отсюда открывается обзор на все шиханы. Юрактау, на котором мы были сегодня с утра, северная часть Куштау. Впереди нас карьер, то, что осталось от Шахтау, и вдалеке Туратау, куда мы пойдем завтра. Ну а справа от нас Стерлитамак, и рядом очень большие такие озера, они же искусственные, если я не ошибаюсь. Да, это отходы производства как раз при получении соды, дистиллярная жидкость. И вот этот карьер – это либо наше прошлое, Шахтау, либо, возможно, наше будущее, если, конечно, мы не убережем наш шихан Куштау. То есть вот эта часть, северная часть горы Куштау, может превратиться в карьер? Да, ее может не стать. Исхак, сейчас уже темнеет, и нам пора возвращаться. Но завтра мы с тобой пойдем на место, где раньше был Шахтау, и посмотрим, какой негативный сценарий может ожидать северную часть горы Куштау. И, надеюсь, также посмотрим Таратау. Да, Таратау обязательно.